Всем подписчикам привет! Наступили переходные периоды, времена между осенью и зимой, и возникает проблема в застывании замков. Человек, придя в погреб или гараж, который закрывается на навесные замки особенно, не может попасть, потому что у него застывает цилиндровый механизм. Вода попадает в механизм цилиндра, то есть тот, который поворотный, где находятся штифты все. И эту воду нужно чем-то выгонять, или прогревать замок, или еще всякие жидкости использовать, то есть горелка, еще специальный размораживатель замков. Чтобы эту проблему решить на всю зиму, я поступаю простым образом. Нужно осенью, пока еще не возникла эта проблема, залить в цилиндровый механизм жидкости незастывающие и смазывающие. Я применяю простую тормозную жидкость, которая используется в гидросистемах тормозов автомобилей. ДОТ 4, роса. Можно красную еще старую, БСК, если найдете, она тоже не застывает весь диапазон. Вы берете эту жидкость тормозную и внутрь цилиндрового механизма с помощью или отвертки, или шприца помещаете какое-то количество небольшое этой тормозной жидкости. То есть за счет капиллярного эффекта она у вас попадает. Или можете использовать шприц одноразовый, то есть загонять в этот цилиндровый механизм вот эту жидкость тормозную. Когда вы эту процедуру проделали, у вас должна эта жидкость попасть во все штифты. То есть вы должны вставить ключ и ее там поворачиванием разогнать. То есть чтобы она проникла полностью в цилиндровый механизм. Потом у вас этот механизм будет всю зиму вполне свободно открываться и закрываться. И самое главное, не будет застывать в лед. Вот таким вот образом на всю зиму вы избавитесь от проблемы замерзшего замка. Спасибо всем за внимание. Если я кому-то помог этим советом, подписывайтесь на канал. Будет много интересного.